Какие особенности у растения каланхоэ? Как его можно использовать для здоровья? Какие бывают отрицательные стороны применения? Смотрите видео до конца, расскажем о таком уникальном растении, как каланхоэ, его возможностях и особенностях. Каланхоэ еще называют домашним доктором или цветком жизни. Его используют для лечения воспалительных состояний слизистых оболочек и кожи. Ему предписывают и магические возможности. Какие особенности у растения каланхоэ? Наукой доказаны целебные свойства листьев растения. В них содержатся активные вещества, ферменты, минералы и витамины. Наличие различных полезных элементов позволяет использовать растение в качестве антибактериального средства, противовоспалительного вещества, для ускорения заживления и очищения ран, кровоостанавливающего элемента. Кроме этого, листья каланхоэ способствуют регенерации тканей, повышению тонуса организма. Считается, что растение положительно влияет на энергетику в доме, способствует восстановлению мира в семье, притягивает богатство, повышает благосостояние. Подписывайтесь на канал. Наши видео посвящены исключительно натуральным способам противостояния болезням. Как можно каланхоэ использовать для здоровья? Применять можно домашнего доктора следующим образом. Свежие листья помогут побороть усталость и снять умственное перенапряжение, просто следует пожевать их. Употребление листьев каланхоэ устранит диарею. Применение свежих листочков растения на раны и ожоги уменьшит боль и ускорит заживление. Сок, полученный из листьев растения, разведенный с водой, отличное противовоспалительное и обезболивающее, а также антибактериальное средство при ангине и стоматите. Сок поможет при цистите и пиелонефрите, если выпивать по чайной ложке 3 раза в день. Отвар из листьев, сделанный из 2 столовых ложек измельченных листьев и стакана воды, проваренный в течение не более 3 минут, после отстаивания поможет быстрее вылечиться при фарингите, ларингите, если им полоскать горло. Настойка на спирту помогает при варикозном расширении вен нижних конечностей. Ее просто приготовить. Следует заполнить полулитровую банку листьями растения и залить водкой. Через неделю можно использовать, натирать проблемные места. Важно, чтобы полученное лекарственное средство было безопасно и эффективно, следует выполнять следующие рекомендации. За 7-10 дней до предполагаемого сбора листьев растение следует прекратить поливать и вносить удобрения. Срезать нужно только нижние листья. Промыть их и просушить, положить в нижний ящик холодильника на неделю. Это позволит активизироваться всем биологическим процессам. После выполнения указанных рекомендаций листья готовы для приготовления лечебных средств, которые будут иметь максимальную эффективность. Если вам нравится наш рассказ, напишите об этом в комментариях. Какие бывают отрицательные стороны применения? Перед использованием растения обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом. Как и любое средство, каланхоэ имеет противопоказания к применению. Наличие аллергической реакции на растения. Бронхиальная астма даже вне обострения. Хронические и острые заболевания печени. Стойкое понижение артериального давления. Сахарный диабет в стадии декомпенсации. Воспалительные и дегенеративные заболевания суставов. Почечная недостаточность во время беременности и в период лактации. При онкозаболеваниях. Если противопоказаний нет, лечащий врач не против, то можно использовать возможности домашнего лекаря.